преддверии Дня Металлурга, вставшей уже традиционной рубрики «Стальные люди», мы продолжаем рассказывать о сотрудниках компании ArcelorMittal Темиртау, которыми гордится весь трудовой коллектив комбината. Владимир Фоменков, работающий начальником участка выплавки конвертерного цеха, стал следующим героем нашей рубрики. Владимир Фоменков все свое детство прожил в Алматы. Родственники из Темиртау много рассказывали о металлургическом комбинате, поэтому у юного Владимира с каждым годом усиливался интерес к профессии металлурга. В 1990 году наш герой поступил во ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, чтобы осуществить свою мечту и стать настоящим металлургом. Первый раз Владимир Викторович увидел масштабы комбината во время производственной практики в фасонолитейном цехе, но на постоянную работу устроился в конвертерный цех, считая его сердцем комбината, так как цех занимается переработкой чугуна в сталь. Материал, который нам дает домен и аглофабрика, приходит оттуда. Мы его перерабатываем в сталь, которую уже дальше прокат забирает и отдает конечному поставщику. Поэтому здесь конвертерный цех должен работать как часы. 22 года назад Владимир начинал трудиться на участке разливки стали, затем перевелся на участок выплавки. Начиная путь от простого рабочего, в этом году он дорос до начальника участка выплавки стали конвертерного цеха АО ArcelorMittal Темиртау. По словам нашего героя, все эти годы его обучали не только наставники, но и, конечно же, практика. Один человек, он все рассказать не может. У одного спросишь, второго, третьего. Мастера много рассказывали. И, в принципе, я, наверное, до сих пор учусь, потому что всех нюансов знать нельзя. Сейчас в подчинении Владимира Фоменкова более 100 сотрудников, поэтому основная задача его как начальника – создать комфортные условия труда для рабочего коллектива. Объяснить людям, что правильно делать, что неправильно, в чем-то помочь людям, если они не знают, на какие-то их просьбы вовремя отреагировать, по крайней мере, в мере моих возможностей. Владимир Фоменков не только ответственный работник, которого в этом году удостоили нагрудного знака Йенбек Данкы, но и примерный семьянин, воспитывающий сына и дочь. Также Владимир любит активный отдых, особенно горные лыжи. Один из главных праздников – День Металлурга – наш герой проведет вместе с семьей и коллегами на праздничном концерте на стадионе «Металлург». Всех жителей города Темиртау, работников комбината хочу поздравить с наступающим Днем Металлурга, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы надежда, живущая в сердцах, не покидала всех нас. Ну, конечно, любви, добра, чистого неба над головой, мирного неба над головой, чтобы наш Казахстан дальше процветал.